Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем играть в атмосферный, ужасный холод. Вот. Спасибо всем за отзывы, то, что подсказываете. Вот, продолжайте в том же духе, можно еще лучше. Вот, для этого подпишитесь на канал, ссылочка будет в описании, а также внизу, в правом нижнем углу, можно нажать на кнопочку там. Все будет окей. Вот. Ставим пальцы вверх. Не забываем. Ну и давайте продолжим искать разгадки на тайны. Что же случилось с перевалом Дятлова, с этой группой. Вот. Сегодня настрой такой. Посраться немножко. Так, что у нас? Так. Камера. Давай камера, карта. Камера. Так. Мы находимся, получается, здесь. Куда же нам идти? Куда же нам идти? Так, можно выйти. Давайте пойдем до развилочки. Так. В принципе, вот она развилка. И, наверное, вот сюда. Пойдем. Это какой-то треск, я слышу. Или это непонятно что. А, костер трещит, ё-моё. Сохраночки. Отлично. А, смотрите, можно... Можно переместиться, да? Быстрое перемещение. Прикольно. Чтоб не блуждать. Но нам пока это не надо. Отлично, мы здесь сохранились. Давайте двигаемся дальше. Такс. Вышли отсюда. И, собственно... Давайте, наверное, двинемся вон туда, к башне. Или что это? Вышка. Двинемся, наверное, туда. Посмотрим, что там у нас. Я так полагаю, наверное, надо идти сюда. Погодка вообще. Вообще жесть. Как даже прекратится это? Буря. Так. Там мост. Да? Получается. Так, мы шли вот так. А здесь я моста никакого не вижу, только вот здесь. Ну да ладно. Бог с ним. Давайте просто посмотрим, что там. Чуть-чуть так пройдемся. Что здесь у нас интересного? Здесь у нас какое-то поле, что ли?
Ладно, давайте пойдем туда к мосту. Посмотрим. И уже решим, куда нам идти. А тут завал, смотрите. Блин. Завыло так все. А, вон там, наверное, можно пройти. Наверное, можно пройти. А, он же у нас не прыгает. Я пытаюсь запрыгнуть. Наш же герой не прыгает. Так. Слышите, да? Похоже на... лепесточки. Лепесточечки. Листочек. О боже. Красота. Как еще его не сдувает на такой. О! Смотрите. Координат. Координаты. О! А куда я? Блин. Я провалился. Я упал. Там вообще какая-то... Не-не-не-не-не-не, я хочу наверх. Я хочу туда, на мост. Кто ты? О. Не говори ничего. Впусти меня, и я узнаю сам. Куда впустить? Куда тебя впустить? Скажи мне. Блин, как теперь наверх попасть? Хочу наверх. Ой, еще ниже свалился. Так, может получится по этой... по дереву подняться. Здесь у нас... здесь у нас ничего. Давайте попробуем. По веточке. Что за фигня? Жесть. Так. И что? Я это добрался. Что ж ты не прыгаешь-то, а? Блин, надо что-то было, а? Здесь завален. Здесь не пройти. Вот жесть, а. Попадос. Что вы... что вы говорите?
Блин, здесь где-нибудь должен быть по-любому наверх проход. О, там-то вообще жесть. Как, куда? Читал, скажи мне на милость. Так, какую я уже забыл. Блин, я уже забыл. Так, что мы взяли? Дневник. Мы сидим в комнате номер 23. Мы читали. Мы сидим в комнате номер 23. Я выехал сразу, как только услышал о происшествии. А что мы взяли? Вот это, наверное, статью. В комнате номер 23. Хотя, в 7 утра мы доехали. Встретили группу Манси. У них странные орудия. Наверное, для охоты. Еще мы столкнулись с местным гостеприимством, когда нам не разрешили зайти в здание вокзала, потому что мы пели слишком громко. Но мы получили очень теплый прием от местной школы. У нас было немного времени, поэтому мы встретились с учениками и рассказали им о нашей экспедиции. На следующей станции какой-то пьяница заявил, что мы украли его бумажник. Вмешалась полиция, но, к счастью, после наших объяснений ситуацию замяли. Провели всю ночь в поезде, говорили о любви, религии, политике. Устав, мы легли спать, но купе были открыты, поэтому решили установить дежурство и менять друг друга каждые пару часов. Иногда я начинаю сомневаться, готовы ли мы к такой экспедиции. Меня тревожат неприятные мысли. Может, мы переоценили свои возможности? Нам говорили, что мы справимся, но я боюсь. У меня плохое предчувствие. Словно тень страха дышит мне в затылок. Не могу это объяснить. Пора спать. Интересно. Ладно, двигаемся дальше. Тут ножик. Можно его взять? Почему? Вот почему ножик не взял, не берет? Оружие бы здесь пригодилось. Укрыться бы от этой вьюги куда-нибудь побыстрее. О, смотрите, какая луна. О, вышка. Уже близко, очень близко.
развалин. Так. Чё за звуки? О! Смотрите, светлячок там. Я так понял, они добрые. И это... Похоже, где-то записка. О, вижу записку. Блин, надо туда как-то попасть. Ищем проход. Есть. Нашли проход. Здесь, наверное, так. Не исчезает. А вот исчез. Блин, какой-то бункер. Так, показания доктора Григория Атановича по аномалии ОН-91. Мы никогда такого не видели раньше. Активность зашкаливала. Уровень энергии был просто невероятный. Я помню доктора Петника. Он сказал, что слышал пение. Он видел ангелов, появляющихся из света. Нам было очевидно, что оставаться возле аномалии слишком долго опасно, но нам нужно было ее изучить, и мы решили использовать заключенных. Поэтому мы создали секцию 22. Нормально тогда. Из-за того, что опасно, они взяли и создали какой-то эксперимент. Ну, провели какой-то эксперимент, создали какую-то секцию 22, какое-то убежище, что ли. Что? С Богом, давайте. Смотрим, что тут. Какая такая лестница вообще? Блин, я думал, дверь закрыли. А чё тогда хлопнул? Это фонарик отсвечивает. Шесть. Какая-то... Ух ты ж, ё! Ё-моё! Блин. Сюда не зайдет? Это мои шаги или его шаги? Так, куда мы попали? Офигеть. Тварь. Тварюга. Напугал. Футики. Так. Очень долго не удавалось найти никаких следов. Цепочки следов появлялись и исчезали, будто кто-то со мной играл. Будто жертвы двигались. И когда я был уже почти уверен, что заметил что-то и найду что-то новое за следующим деревом, след внезапно оборвался. Я был совершенно сбит с толку. Наконец, я вышел на маленькую поляну. Там лежал переплетенный журнал, словно кто-то специально оставил его там. Журнал принадлежал членам экспедиции, которые записывали в него свои размышления и наблюдения. Примечание.
Также в нем были неразборчивые записи. Возможно, их делали в темноте, учитывая ситуацию, в которой оказалась экспедиция. Может быть, они помогут разобраться в деле. Первая сноска. Прикладываю журнал к этому отчету. Вторая сноска. Нам нужно контролировать ход расследования и в определенный момент остановить распространение информации. Связанные с происшествием факты нельзя разглашать каким бы то ни было образом. Вот тут. Что за звуки? Так, здесь больше ничего нет. Шкафчики ничего не открывается. Так. Главное, чтобы этого... Чё за... Это чё? Что за фигня? Это баг в игре. Так, загрузил заново. Какой-то баг вообще непонятный был. Так, ну походу там нашего друга нету. Короче, куда-то сквозь текстуры провалились. Зато посмотрели, что находится под бункером. Отлично, там дверь открыта. Время не лечит. Этому я недавно научился. Эту истину мне вдолбили болью, злостью и ложью. Они были моими учителями, я вспомнил. Это почти коснулось сути моего понимания, стало откровением. Когда меня с переломанными костями тащили по коридору. Когда они меня вскрыли, чтобы изучить смещение органов. Когда они внедрили худшие кошмары мне в голову. Когда они зашивали меня, собирали заново и оживляли раз за разом, чтобы проверить пределы выносливости. И когда, наконец, после всех этих лет сказали, что моя жена мертва. Время не лечит. Я так понимаю, над автором, ну, который вот эти строки говорит, проводили опыт. И он хочет нам что-то показать, я так думаю, да? Рассказать всю правду. Так, что-то я кругаля дал. Вот. Ведет нас к правде. Ну или, может, я что-то не так понимаю. Вот, так. Так, у нас на карте должно появиться, да, появилось местечко, бункер, вышка вот она. Так, нам нужно идти до развилки. Давайте пойдем до развилочки.
Что-то я заблудился, походу. Вон там вышка. Могу понять. А, вот. Вот, спускаемся, вот она, развилка. И нам... Так, там мост у нас. Там мы взяли... Так, вот она. Давайте сюда пойдем. Посмотрим. Что у нас здесь интересного есть? Так, спускаемся вниз, да, получается? Высоко-то. Высоко-то. Я думаю, правильно иду, да? Нет? Пещера? Так. Еще одна... А, еще одна пещера. А. Ну, получается, вернулись. Вот сюда куда-то. Две пещеры. Или это другое место какое-то? А нет, нет, нет. Все правильно. Вернулись. Пещера с мхом. Голосадзе. Как бы не вылез никто. Давайте вернемся к рунам. И оттуда уже, я думаю, полегче будет найти дорогу. Как бы вернуться нормально, чтоб не навернуться. А, новый спуск. Отличненько. Так.
мост. Первый мост наш, который мы нашли. Так. У нас еще вон гора светящаяся там какая-то. Так, вот мы вернулись к рунам, где наша палатка, чтобы ориентироваться. Так. Блин, сложно ориентироваться здесь в местности. Палатка, черт возьми. А, ну вот. Палатка. Вон она. Вон она. Вон она, палаточка. Понятно. Так. Карта. Мы к палатке стоим спиной, получается. Вот. И давайте пойдем. Куда мы пойдем? Надо вот, наверное, по этой дороге вот сюда. Куда-то. Как раз это получается нам прямо. Опять к вышке, что ли? Быстро устает, быстро. Собственно, да, побегай по этой, по снегу, по такому, в такую лютую погоду. Хотя буря утихла. Снежок падает просто. Че за пульс такой, пульсатор такой. Нужно кострище найти или какой-нибудь листок, чтобы сохраниться. Да чтоб вас, вернулись. Мы здесь были уже. Как мы сюда вернулись-то? Заплутал.
Так, ну это мы идем. Это мы идем. По-моему, к этой. К церкви. Но. Так, ладно, здесь где-то костер должен быть. Я помню, что мы костер находили здесь мы были, нет? В этой пещере, по-моему, не были, да? Ого! Смотрите. Еще какая-то дверь. Только она не открывается почему-то. Лежаки тут. Здесь пусто в этой пещере, ничего интересного, кроме двери. Водичка. Просто как убежище, что ли, было. Движемся на Луну. Ага. Опять сюда пришли. Ходим кругами, блин. Ну, собственно, вон туда еще дорога есть. Так. Там по низу можно было пройтись, в принципе. Какое-то затишье такое. Гул такой небольшой только есть. Здесь что у нас? Здесь пусто.
еще за звук? Посмотрите, что это. Что-то черное, или это дырка, или что это? Костер нужен. Сейчас, если нас убьют, будет фиаско. О! Какие-то огни. Нашли что-то новое. Долго-долго бегали, лазили. А там что? Пройти, смотрите. Так, здесь тупик. Где-то пик. Пещерка. Забрались в какую-то пещеру. Жесть. Как здесь темно. Свечи. Так, нам нужен костер. Вижу костер. Мы спасены. Офигеть, какое звучание воды. Так, нашли костер. Получается. Где мы вообще находимся? Где-то здесь, что ли? В пещерах? Ну что, друзья? Мы нашли костер, сохранились. И на этом я, наверное, заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, оставляем комментарии. Вот.
И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.